Всем привет, с вами Трэш Фри Файр, и в этом видео я вам покажу, как взломать Фри Файр. Да, ребята, подпишитесь на канал, если вы хотите конкурс на 10 тысяч алмазов. Если вы наберете много просмотров и лайков, и даже я посмотрю, если вы наберете на этом видео 100 лайков или 100 подписчиков, я сделаю розыгрыш, точнее конкурс на 1000 или с чем-то алмазов. Да, ребята, так что подпишитесь на канал и поставьте лайк. Подписка обязательно с колокольчиком, может вы выиграете в моих промокодах. Ребята, все, погнали. Взлом Free Fire, погнали. Заходим в джекпот, золотой джекпот, и крутим один раз, два раза, и выходим. Да, ребята, заходим, как всегда, в магазин. Заходим, давайте. Уже обновляется. Сейчас. Откроем вот бесплатный вот такой кейсик. Это обязательно, пацаны. Не повторяет эти действия, то у него не сработает. Да, взлом на много алмазов. Минимум вам придут 1000 минимум. А максимум может 20 тысяч или 50 тысяч может прийти. Заходим на подарки. А потом одежда. Вот такой перец чили голова. Такой берем и пишем свой ID. Пацаны, вот сюда пишем свой ID и нажимаем на следующее. Много раз так нажимаем. И сейчас заходим на одежду, верхнюю одежду. Берем вот эту татуировку на всю руку и повторяем еще раз такое же действие. У меня залагало, что ли? Все, сейчас я вам покажу еще. Надо костюм брать, вот этот. И повторяем вот это же действие. Пацаны, вы должны свой ID ввести, а не другого. А то не сработает. Вы должны на другой аккаунт делать с этого аккаунта, с другого аккаунта. А то своего на другого нельзя взломать. Так что передайте это видео друзьям, пацаны. Если у вас есть друзья и они тоже хотят, то передайте это видео друзьям, поделитесь точнее. Мы уже сделали это же действие. Теперь берем вот эти штаны. Если вы какой штан хотите, то и берите. Я просто вот это сделал. Теперь берем вот этот и пишем свой ID. Все. И выходим и заходим на питомец. Выбираем, я хочу робо, но у меня это есть. Это для вам. Для вас, точнее. ID еще раз вводим. И еще раз следующее. Много раз так нажимаем. И заходим на вещи. На просточки вещи заходим. Купим вот этот дракон Драйк. Дрейк, да? Да. Дрейк. Я уже много не играл и уже забыл. Купим 3 раза. И заходим на коллекцию. И купим вот этот букву А. Вот так вот купим, купим, купим 3 раза уже. Теперь надо вот свой ник составить из этих букв. Например, вот мой XXL
трех трещин. Ну вот, если у вас буква русская или цифры, у вас ник из цифр или из букв, российских букв, ну, тогда вы можете ничего не делать. Просто, если у вас, например, Андрей, вы можете из английских слов, из английских слов можете писать. Ну, все, я уже сделал все. Теперь одежда. Одежда, вот вор в законе. Купим голову. Вот сколько раз я куплю, вы тоже должны. Я 5 раз купил. Или ошибся. Ну, купим, сколько я делаю. И вот эти вот модные джазовые очки. Они вообще модные, оказывается. И купим костюм 1 раз. И вот это тоже купим. Купим его 4 раза. 4 раза. Вот этот. Где? Сейчас. Вон он. Нет. Вон. Да. Вот эти штанишки тоже купим. Обязательно. Если вы неправильно сделаете, то у вас не работает этот взлом. Взлом 2021 год. Еще купим вот эту. Ну, повторяйте, я же не могу все его названия сказать. Вот это тоже купим. Вор в законе, да? Да. Вор в законе вверх. Купим, сколько раз я куплю, то вы должны также купить. Еще сейчас. Пацаны, купим вот этот арбалет. Арбалет 10 раз надо купить. Или 11, ну или 9. Ну, могу я ошибаться? Еще купим вот этот, нажимаем на Скайлера и купим вот так вот. Вот на набор Скайлера, на другого нельзя. 5 раз купили. А теперь вот этот скин на вот этого питомца. Как называется, я не знаю. Пацаны, все. Не все, но еще один остался, один ход. Надо покрутить золотой джекпот 11 раз. 12 раз крутим золотой джекпот. 11 раз. Сейчас я посмотрю. Да, золотой джекпот, любой золотой джекпот, 11 раз у меня. Я сейчас вот кручу и сразу пропустить. Вот 11 уже крутил, это не 10, и бесплатные уже купон мне дали, и все, крутим. Ну, обязательно надо, надо сразу пропустить. Если вы не тот сделаете, то у вас не сработает. И это последний уже способ действия. Скин питомца должен как в прошлый раз. Ну, как он стоял, так и должен стоять. Вот не должны изменять. Берем эту. Ай, блин. Ошибка сети. Да как так-то? Я видос снимаю, алло. Карина. А, у меня вот Wi-Fi выключился. Сейчас я включу. Все, пацаны, теперь надо вот эту все вот эту кошка или кот, не знаю, все эмоции должен сделать. Заходим на навык и действия и эмоция. Выбираем все эмоции. Пацаны, вот видите, как я делаю, так и делайте.
Все, я это сначала сделал. Пацаны, я сейчас одно слово скажу, но не огорчайтесь. Этот взлом не работает. Пацаны, Free Fire нельзя никак взломать. Пацаны, ну простите, что я вас так долго подождал, но вы ждали. Ну, простите, если хотите новые, например, накрутки, то ставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну, а с вами был я, меня зовут Трэш. Всем пока-пока.